14 сентября в рамках акции социально значимого спортивного проекта «Малые города большого спорта» Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды детям и молодежи России» наш город посетила делегация чемпионов Олимпийских игр. Олимпийцы из разных регионов России участвуют во встречах с детьми и молодежью. Встречи прошли в формате спортивных праздников, соревнований, пресс-конференций и мастер-классов. Если сказать откровенно и от души, на самом деле вот те великие достижения, которые у нас есть в спорте, в нашей стране, они, конечно, вдохновляют нас на то, чтобы заниматься физической культурой и спортом. Мы приходим в спортивные залы, когда мы встречаемся с такими знаменитыми людьми, которые добились олимпийских высот. Нас трогает, когда наша сборная команда России побеждает на Олимпийских играх. Нам хочется тренироваться в залах, которые сегодня строятся на территории нашей страны, на территории нашего края. Когда это все в комплексе работает, это, конечно же, возбуждает огромное желание у детей и у взрослых заниматься спортом и физической культурой. Цель проекта – это развитие массового детского спорта, продвижение олимпийских ценностей, активного и здорового образа жизни, пропаганда физической культуры и спорта среди молодежи, привлечение детей к регулярным занятиям спортом. Молодые люди смогли встретиться с несколькими чемпионами Олимпийских игр. Нина Смолеева – двукратная олимпийская чемпионка по волейболу. Антонина Зеликович – трехкратный призер Олимпийских игр по академической гребле. Ирина Сумникова – олимпийская чемпионка по баскетболу, Сергей Альшанский, бронзовый призер Олимпийских игр по футболу и Елена Худашова, олимпийская чемпионка по баскетболу. Наша программа – это пропаганда спорта, массовость спорта, популяризация спорта, дать наше вдохновение, нашу мотивацию. Сегодня, к сожалению, да, вот эти все гаджеты и дети наши постоянно в этих гаджетах, поэтому наша задача как бы стимулировать вот этот вот, значит, массовость и популяризацию спорта, чтобы дети занимались, как мы свое детство проводили, на площадках, на спортивных во дворе. Поэтому наша задача в этом. Гости побывали в нескольких школах города, во второй школе, в третьей и в шестой, а также в Амурском техникуме. Там были организованы олимпийские уроки, которые провели чемпионы. Сегодня мы встречались с ребятами и рассказывали им о том, как мы пришли в спорт, почему мы занимались именно этим видом спорта, отвечали на их вопросы, что мы чувствовали после того, как стали олимпийскими чемпионами, как мы вообще относимся к тому, какие чувства испытывали после того, как победили на Олимпийских играх. Это был такой самый интересный вопрос. Вот, так что фотосессия, пожелания их жизненного пути. И руководитель нашей делегации Боярская Наталья Николаевна сказала программу нашего проекта, потому что наш проект называется «Олимпийские легенды детям и молодежи России». В чем он заключается, вот сегодня подробно ребята узнали. В детско-юношеской спортивной школе состоялось торжественное открытие спортивного зала, ремонт и реконструкцию которого финансировала компания «Полиметалл» по соглашению о социально-экономическом сотрудничестве с Амурским районом. В новом отремонтированном зале на свежем паркете для юных баскетболистов олимпийские чемпионки по баскетболу провели мастер-класс. Зал просто шикарен, для баскетбола прям идеально. Ну, идеальный паркет. Не скользишь и уже хорошо. Раньше был плохой зал, скользили постоянно, летали прям бешено. Сейчас нормально, прям хорошо. Ребята вовсю гоняют мячи по сверкающему паркету. Слова о паркете – это вовсе не преувеличение. В зале сделано профессиональное паркетное покрытие, на котором можно не только тренироваться, но и проводить профессиональные матчи. Это самый популярный зал города. Сюда ходят и ходили, и будут ходить, безусловно, лучшие спортсмены города. Ну или одни из лучших спортсменов, представители лучших спортсменов города. Загруженность этого зала всегда была 100%. Это говорит о его популярности, о его необходимости для города. Но не вполне он соответствовал современным требованиям. Поэтому, конечно, нашей компании было очень приятно помочь городу, помочь спортсменам
сделать его более привлекательным. Открытие зала позволит привлечь к регулярным занятиям еще больше амурчан. Тренировка на новом паркете, проведенная олимпийскими чемпионами, надолго запомнится ребятам. Спортивный проект «Олимпийские чемпионы детям» предоставил возможность юным амурчанам прикоснуться к великой истории российского спорта, к легендам мирового олимпийского движения. Встречи с юными спортсменами играют важную роль в олимпийском движении, ведь именно им предстоит продолжить славные традиции российского спорта.